Как часто, входя в сделку на откате после пробоя, вас буквально сразу выбивало по стопу? Если эта история про вас, смотрите видео, в нем научу избегать самые частые ошибки при входе в сделки, и вы будете значительно реже получать убытки. Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. В первой части разберем основные ошибки при входе на откате. Начнем с самых частых и закончим самыми коварными. Вход на откате – один из самых полезных паттернов. Кому интересно, смотрите мой вебинар «Price Action. Руководство. Как открыть сделку на откате с подтверждением». Ссылка в описании. Во второй части будет тест, пройдя который научитесь избегать ошибок при входе на откате. Тест организован от простого к сложному. Кто хочет больше узнать о Price Action, загляните на YouTube-канал Admiral Markets. Там вы найдете много материалов в свободном доступе, которые раскроют малоизвестные секреты Price Action и приведут вас к прибыльному трейдингу. Данное видео подготовлено по материалам одноименного бесплатного вебинара. Вебинар и видео идентичны, но видео выходит позже на несколько дней и не включает небольших уникальных нюансов, которые были на вебинаре. Кто хочет первым знакомиться с материалами и в реальном времени разбирать примеры, присоединяйтесь к нам. Вебинары проходят раз в две недели по вечерам в четверг. Ссылка для регистрации будет в описании. Эту презентацию можно скачать из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Ссылка в описании. В группе много материалов по трейдингу в свободном доступе. Чтобы смотреть и скачивать материалы из группы, вам не обязательно регистрироваться ВКонтакте. Первая, самая частая ошибка – сделка против тренда. Когда трейдер входит на откате при первых признаках разворота, об этих признаках сейчас говорить не буду, у меня на эту тему есть видео. Топ-5 ошибок при входе в разворот тренда. Ссылка на него будет в описании. Другая грань этой же ошибки – вход на откате без тренда. Эти ошибки так близки, что я не стал их разделять. Теперь посмотрим примеры. Пример входа против тренда. Смотрите, практически идеальный откат. Цена пробила уровень, откатилась к нему, все хорошо, но только перед этим был сильный нисходящий тренд и как результат вход в сделку будет убыточным. Пример входа без тренда. Казалось бы, прекрасный вход на откате, но цена внутри бокового движения и результат убыток. У меня на тему боковика снят ролик в двух частях. Price Action, как торговать в боковике, полное руководство. И вторая часть Price Action, три признака окончания боковика. Ссылка будет в описании. Вторая ошибка – вход на ослабление тренда. Чаще всего ослабление видно по закруглению на подходе к уровню. Посмотрим, как это выглядит на графике. Типичным проявлением слабости на подходе является закругление. Обычное поведение цены в этом случае – пробой уровня и уход выше. У меня есть видео на эту тему «Слабость на подходе к уровню». Ссылка на ролик в описании. Еще один пример. Цена идет в тренде, но последние несколько волн минимумы обновляются незначительно. Посмотрите, между первым и вторым практически нет разницы. Хотя она есть. Это видно, если 1 и 2 соединить линии. Чаще всего при подобном поведении цены происходит возврат в диапазон. Поэтому в подобных ситуациях, если и стоит входить, то только на подтверждение. Прямо сейчас расскажу, как увидеть подтверждение. Третьей, самой коварной ошибкой является вход без подтверждения. Почему коварный? Все просто. Когда цена пробивает уровень, слабо верится, что она к нему вновь вернется в виде отката. И совсем уже кажется невероятным, что помимо возврата будет остановка в виде проторговки. Вот эти слабо верятся и приводят к поспешному входу в сделку. После того, как вы пройдете тест и научитесь избегать ошибок, я объясню секретный механизм, который стоит за этой ошибкой. И объясню, почему так важно перед входом увидеть подтверждение. Увидеть проблему, наполовину решить ее. Пока не научитесь хорошо видеть эти ошибки, вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео. Поэтому, пожалуйста, не забудьте поставить ему лайк. Посмотрим, как эта ошибка обычно выглядит на графике. Сильное движение, цена пробила уровень, и можно подумать, вот прямо сейчас продолжится движение вниз. И возврат к уровню маловероятен. Поэтому правильнее без промедления войти в шорт. Но цена вернулась к уровню. Тогда, может, сейчас, пока есть возможность, зачем ждать подтверждения, когда и так все ясно? И это ошибка. Лучше дождаться подтверждения, и если его не увидим, то и не входить. Как видите, все непросто. Поэтому, чтобы закрепить материал, предлагаю пройти тест. Примеры идут от простого к сложному. Попробуйте продержаться до конца теста без единой ошибки. Первый пример. Посмотрите и выберите, что делать. Покупать, продавать или ждать. Но только одно условие.
Каждый свой выбор объясните, проговорите, а лучше запишите. Готовы? Начали! В данном случае входить в сделку на откате неверно. Во-первых, потому что цена находится в боковом тренде, а во-вторых, до ближайшего уровня очень небольшой запас по прибыли. Второй пример. Посмотрите и определите, что делать. Только свой выбор обоснуйте. В этом случае тоже лучше было не входить в сделку, потому что на подходе к уровню цена показала слабость в виде закругления. В такой ситуации либо совсем не входить, либо сократить планируемую сделку хотя бы наполовину. Например, если вы обычно торгуете позиции в 10 лот, сократите ее до 3, минимум до 5 лот. Пример 3. Будете ли здесь входить или подождете? Подумайте. Данный пример – это стандартный вариант входа на откате к уровню, усиленный сформированным треугольником. Здесь верный ответ – продажа от уровня. Пример 4. Как думаете, стоит ли здесь входить или лучше подождать? На ответ у вас есть несколько секунд. Если вы сказали, что это хороший вариант для короткой сделки, то совершили ошибку, не увидев подтверждения. Помните, говорил про коварство этой ошибки? Тренд и уровень есть, и можно подумать подтверждение роскошь. Увы, часто это приводит к убытку. Когда говорил про подтверждение, имел в виду похожую ситуацию. Цена пробивает уровень, откатывается к нему и появляется проторговка небольшими свечками. Вот после нескольких таких свечей и стоит выставлять заявку в шорт. Пример 5. Разминка закончилась, примеры пошли более сложные. Выбирайте, какую сделку в данном случае можно открыть или лучше подождать. Все верно. В данном случае открывать шорт против тренда было неразумно. Мне могут возразить, но ведь можно было открыть сделку с короткой целью у ближайшего уровня. Не спорю, можно, но для этого нужно быть очень гибким профессионалом, который видит каждое желание рынка и следует ему. Если вы умеете быть таким гибким и при этом хорошо зарабатываете, то я хочу вас спросить, что вы здесь делаете? Если же вы гибкий и хорошо видите каждое желание рынка, но теряете, то переставайте маяться дурью, исправляйте ошибки и торгуйте по тренду. Интересно, кто-нибудь увидел возможность выхода на зеленом уровне? Пример 6. Как думаете, можно ли здесь входить в сделку? Если да, то что это будет? Покупка или продажа? А может быть, лучше подождать? Если вы хотите действительно получить пользу от теста, каждый свой ответ объясняйте. В данном случае правильно было открыть длинную сделку, потому что все условия входа на откате есть. Пример 7. Помните, примеры к концу более сложные. Выбирайте, что будете делать. Покупать, продавать или подождете. В этом случае лучше было подождать, потому что на подходе к уровню цена показала ослабление. Пример 8. Что собираетесь делать? Открывать лонг, так как видите откат. Открывать шорт, так как цена дважды протестировала сопротивление, или подождать, пока ситуация не прояснится. Плохая новость в том, что ситуация при входе никогда не будет ясной, и ждать можно день за днем. В данном случае был отличный вариант для входа на откате. Пример 9. Будете здесь входить или лучше подождать? Покупка в данном случае была самым оправданным шагом. Пример 10. Вначале обещал рассказать о механизме, стоящем за третьей ошибкой.
Поэтому сразу, как разберемся с 10-м примером, объясню, почему так важно перед входом увидеть подтверждение. Тренд, уровень и подтверждение. Вывод. Открываем сделку в лонг. А теперь выясним, зачем нужно ждать подтверждения. Смотрите, когда цена снижается после пробоя, мы еще не знаем, будет ли в зоне уровня плотность лимитных заявок на покупку. Как эту плотность увидеть? Никак. Увидеть ее мы не можем, но можем предположить, что там стоят лимиты, если цена упирается в них и не пойдет ниже. Поэтому за точкой входа стоит сугубо практическая задача – показать трейдеру, где прямо сейчас находится плотность лимитных заявок, чтобы спрятать за нее свой стоп, сократив риск. Посмотрите видео на YouTube-канале Admiral Markets, как найти точку входа на графике, используя Price Action. Там я подробно разбираю важные аспекты поиска входа в сделку. На канале Admiral Markets, помимо моих видео, постоянно появляются уникальные видео с живой легендой, трейдером Александром Элдером, где он в прямом эфире разбирает текущую ситуацию на рынке. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы первыми знакомиться с уникальными материалами. А сейчас подведем итоги теста. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Вы прошли тест, если ответили правильно, на 8 или более вопросов из 10. Если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, сколько баллов набрали в тесте с первого раза, подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!